Не могу сказать, что про приключения Кроша. Единственное, что я могу сказать, ну, это надо говорить и про Оганесяна, Генри Богдановича, замечательного человека, и про Колю Томашевского, который играл главную роль, у него был пасынок. Ну, там очень, так сказать, много всего, что это первая картина. Единственное, что Андрея Юреньевых, никого нет их уже, к сожалению. Ужасно, ужасно, никого их нет. Они ушли, в общем, совсем молодыми. И Генри Богдановича нет, там практически никого не осталось. Для меня эта работа знаменательна, памятна двумя вещами. Одно я не скажу, а второе то, что это была первая моя импровизация. Потому что сцена с отдачей, с приносом запчастей, это чистая импровизация. До этого текста не было, я просто, так сказать, импровизировал к изумлению и радости режиссера и всей группы. И это меня очень подбадривало. Я, в общем, будучи совершенно ни к чему не готовым, еще не профессионалом совсем, вообще школьником, вдруг ощутил радость от возможности легко как бы ставить зависимость происходящей от себя. Поэтому те, кто несли мне эти запчасти, никто из них не знал, как я их встречу. И это было очень, так сказать, терпко, интересно, стрёмно, но приятно.